Во дворах и на дорогах разлились ручьи. Сегодня с утра движение в центре Чебоксар было затруднено из-за аварии на водопроводе. Исток новой городской реки расположился в одном из дворов по улице Энгельса. Город Чебоксары, улица Николаева. Что-то прорвало. Бьют фонтаном подземные воды. Это первые минуты после аварии на трубопроводе. Видео заснял случайный прохожий и отправил в нашу редакцию. А это другой очевидец ЧП. Прям гейзер там фонтан вот так вот. Я сначала глазам не поверил. В окно смотрю на кухню. Вот так вот. И пошел поток. Ребята вот тут стоят сначала, отступают, потом как дернули нафиг. И рекой пошло вот так вот. Так река выглядела из окон близлежащих домов. А дальше ручьи потекли по дворам, дорогам, тротуарам и вылились на проезжую часть улиц Энгельса и Гагарина. Из-за этого затруднилось движение машин и пешеходов в центре города. Вода хлынула из-под земли около 8 утра. Спустя полчаса на месте появились первые работники аварийных служб, затем подтянулись сотрудники МЧС, прикатил экскаватор. Водоканал, сейчас они все перекрыли, в общем, да, сейчас начнутся сварочные работы, правильно, я думаю, да? Не сварочные, скорее всего, кусок трубы, возможно, поменять. Воду в соседних домах не отключили, всех потребителей перевели на другой водовод. Причина аварии пока точно не ясна, сообщили в ЕДДС. Возможно, это случилось из-за движения грунта. Как говорится, нарушилась герметизация этого стыка, и вода пошла. А может быть, там сам металл не выдержал. Вот сейчас выроют, будет видно, что там получилось. Пока сейчас нельзя сказать, что там конкретно произошло. Земляные работы сейчас продолжаются. Полностью завершить ремонт планируют к утру 9 декабря. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.